come clean. Друзья, снова привет. Очередная охота. Сегодня речь пойдет о вяхере. Были попытки найти куропатку там, где я последний раз неплохо поохотился, но, к сожалению, обойдя все вокруг, мы ее так и не обнаружили. Куда-то она или сместилась, или ее погоняли. Поэтому речь пойдет о вяхере. Приятного просмотра. Так как до места проведения охоты путь был еще не близок, нам предстояло пешком преодолеть большой участок территории. И вот так как это уже была на сегодняшний день не первая охота, сразу мы добыли селезня, потом походил я по куропатке. И вот я решил вроде как поберечь пленку на камере и поставил ее на паузу, о чем в дальнейшем пожалел. Ребята, какой выстрел был, а я, дурак, взял и камеру выключил. Смотрите, вихерек какой. Красавец, вот через такие дебри иду. Три штуки пролетело, потом одиночка. Я так жду, смотрю. А то не, это не голуби полетели. Вот это да, вот это я лоханулся так. Вот это да, вот это кадр упустил, друзья. Ну, кто, в принципе, знает, что... Довольно красивые у меня выстрелы. Тут поймет. Ну, хотелось, конечно, до вас донести. А я взял, выключил, дабы чуть-чуть сэкономить время, пока мы эту рощу пройдем. Тут кроме фазанов и зайцев, как правило, не бывает никого. А это, видите, налетели голуби. Сидело несколько уток. Я, правда, не видел сколько. Ну, как бы десятка-полтора точно видел тут с края. Ну, лучше голубка добыть, чем утки под вопросом. Пошли, пошли. Повторюсь, друзья, достреливаю семерку, 32 грамма фетр. Уже как-то я под нее адаптировался, уже вроде как. Нормально, можно стрелять, но здесь патроны на порядок лучше. Сегодня в планах постоять на голубе. А точнее, вяхеря. Как бы утки мало. Сейчас чуть-чуть и появилось, но это не то. Поэтому до темна, и тем более в темноту стоять не собираюсь. Постоим, пока явно голуби перестанут летать. Дай бог, что увидим. То ли гусь, не пойму, какой-то здоровый. Высоко. Ну,
Рикошей больше двух десятков, может три. Сели на чистое. Они нас не подпустят. Насколько я тут крался, они меня все равно увидели. Через меня пролетела стайка. Иди ко мне, Зара, ко мне. Все, ребята, они решили улететь. Ну да, десятка два с половиной, я бы сказал. Может, конечно, вернуться, посмотрим, но допоздна стоять точно сегодня не буду. Орлан, как его назвать, не знаю. Пищал, помните про подсолнечник, потому что сейчас он летал, такой же точно звук был. Сейчас он летает, фазаны в расцветной. Сейчас, может, над нами повезет, пролетит. Заснять такую красоту. И вот, друзья, наконец-то появились первые вяхери. Думал бить в лед, но, как вы видите, сверху были заросли, которые помешали в дальнейшем вести стволом по цели. Подай, Зара. Подай. Подай, Зара. Моя умничка, дай сюда. Дай. Дай, мама. Ну что, ребята, вот и вихерек подлетел. Так, еще летят. Не успел я в лед их стрелять. Крутился, крутился. Сидеть, все, сидеть. Рассядь. Молодец, моя умничка. Принесла птичку, молодец. Подай, Зара, подай. Подай. Зара, подай. Подай ко мне, подай. Моя умочка, давай все. Фу, все, молодец. Молодец, молодец, вот такая. Все, Зара, тихо. Ну что, друзья, хоть и подраночек, вот такой вот вихеречек. Зара его еще добрала, подраночка. Молодец, моя хорошая, молодец. Молодец. Уже, друзья, три вяхеря. Так, пойдем обратно. Пока голуби летают, утка по центру садится, к ней бесполезно. Пойдем, молодец. Молодец, рука. Сейчас водички там пошли.
где зверушка? Поймала птичку. Подай. Подай, Зара. Подай. Подай. Молодец. Фу. Молодец. Фу. Все, молодец. Таких зарослях несколько раз стрелять. Нереально. Молодец. Молодец. Ичка. Иди, моя девочка. Молодец. Вот так, друзья, и подошла наша охота к концу. Добыли классные трофеи, были хорошие выстрелы, настроение, природа, погода. Все у нас получилось. Всем спасибо и пока, и ни пуха, ни пера. До встречи, друзья. Пока-пока.